Приветствую вас. Я думаю, что одна из ключевых проблем ваших является то, что вы ищете виноватого на самом деле. То есть вы считаете, что парень виноват. И что интересно, вы пишете о том, какой конкретно поступок он совершил, из-за чего вы поссорились. Далее, необходимо определить, чем конкретно вызвана ваша истерика. То есть, почему вы отреагировали истерикой на поступок молодого человека вашего, с чем это связано. Истерика на ровном месте не бывает, поэтому совершенно очевидно, что были какие-то предпосылки, было раздражение, например, была, может быть, злость, которую вы по ряду причин подавляли, вот. И, соответственно, на мой взгляд, необходимо вам в этом направлении, собственно говоря, двигаться. Необходимо вам в этом направлении работать, да? То есть смотреть, чем вызвана ваша истерика и, соответственно, почему вы, допустим, послали своего молодого человека, особенно если вы его любите, да? Вот. Далее, отношения строят двое. То есть я хочу сказать, что вы делаете крайне деструктивный шаг, считая, что молодой человек виноват в том, что произошло. На самом деле никто не виноват, просто есть, условно говоря, ответственные. Да, то есть вот он за что-то ответственен, и вы также за что-то ответственны. Вам нужно свою ответственность на себя взять за то, что случилось, а не обвинять мужчину в чем-либо. Это крайне деструктивная позиция, вот, которая ни к чему хорошему не приведет. То есть без обвинения нужно, да? От обвинения нужно отходить вам. Вот. Дальше. Идем. Так, кажется, влюбилась, пишете вы. Значит, хотелось бы, конечно, понять, да, что вы имеете в виду под влюбилась. Вот. Очень бы хотел понять, что вы под этим подразумеваете. То есть, условно говоря, как ваша любовь, точнее, влюбленность проявляется. Потому что, конечно, тут есть нюансы, например, сколько времени вы с молодым человеком
встречаетесь, как долго вы с ним встречаетесь, но обычно влюбленные люди друг друга не посылают. Вот. Ну, именно влюбленные. Вот. То есть здесь нужно определить, что именно вы чувствуете, как проявляет влюбленный. Стало только хуже после моих попыток помириться, мы только с ней поссорили. Вот смотрите, если вначале вы пишете достаточно конструктивно, что значит, мы поссорились, что я поссорился, простите, вы пишете, что я поссорился. Вот. Что, в общем, довольно позитивный момент. Ну, потому что это действительно правда, вы действительно поссорились с ним, вы, да? То дальше вы уже пишете, что что поссорились мы. И, собственно говоря, очень важно, опять же, понять ответственность вашу в этой ситуации. То есть, как, условно говоря, получилось так, что желая помириться, к примеру, да, стремясь к этому, вот, вы еще больше поссорились. То есть, ну ведь это же от вас зависит, правильно? Я так полагаю. Ну вот и нужно, соответственно, с этим моментом также разбираться. То есть, как вы пытались помириться, чего вы ожидали, да, что вы рассчитывали. Почему, если вы хотели помириться, да, то, значит, вовлеклись в ссору, а может быть это было, собственно говоря, не случайно, и вы там хотели подсознательно поссориться со своим молодым человеком, да? Вот. То есть этот момент, вот его нужно исследовать. Этот момент нужно исследовать. Потому что по-другому, ну, просто-напросто будет не разобраться в том, что вот у вас, да, и, собственно, между вами происходит. Поймите, пожалуйста, это. Дальше. Вы пишете, значит, так. Мы только сильнее поссорились, он говорит, что уже ничего не изменится. Еще он спросил меня, смогу ли я высказаться при встрече, возможно ли при этой встрече помириться, да, если вы не будете позволять обтягивать на ссору. Как это сделать? Ответил, мне правда страшно идти на эту встречу. Почему боитесь? Что и чего именно боитесь? Я знаю, что ничего хорошего, скорее всего, с этого не выйдет. Выйдет, если вы будете вести себя соответствующе. Может, есть какие-то шансы? Шансы есть всегда. Все зависит от вас. Ссоры без двух человек не будут. То есть один человек, ну, поссориться не может. Вот. Это совершенно точно, я могу сказать вам. Вот.
Так что такой вам может быть ответ. Так я могу вам ответить. То есть, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!